Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами я, Галина, и сегодня у меня посылка с AliExpress. Давайте откроем, посмотрим, что мне там пришло. А пришло мне два продукта. Это массажное масло. Массажное масло для ног и для тела. Все находится под целлофанчиком. Хороший срок годности. С большим-большим запасом. Также продавец мне положил маленький пробничек. Давайте посмотрим по очереди. Запечатано все очень надежно. И в коробочке находится вот такой вот тюбик. Масло с ароматом манго. Этот крем содержит азиатскую центеллу, которая питает и увлажняет. Как видите, тюбик под пломбочкой находится тоже. Открываем. Нанесем немножко на тело. Посмотрим, как будет действовать это массажное масло. Едва уловимый аромат. Нет липкости. Хорошо впитывается в тело. Сейчас еще говорить, конечно, о том, какой будет эффект, рановато. Я о нем вам расскажу, когда я этот крем использую для массажа ног. Но продавец, производитель обещает, что будет снимать напряжение в ногах и усталость. А также хорошо питать и увлажнять кожу. Откроем вторую коробочку. Фирма это R-Topper. Я не первый раз уже покупаю средства от этого производителя. Мне они очень нравятся. Они прекрасно себя зарекомендовали. И крема, и средства для волос. В этой коробочке находится массажное масло. Масло с ароматом лаванды. Оно поможет расслабить мышцы, избавить от бессонницы, снять стресс, стимулировать кровообращение. В бутылочке находится пипетка, которая позволит дозировать содержимое на теле. Сейчас я его
понюхаю. Очень-очень легкий аромат, очень приятный. И ощущение тепла. Конечно, это масло надо наносить не на кисти, а распределять там, где это нужно. Может быть, где-то на руке, на ноге, на шейке. Но я вот ощущаю легкое тепло. Масло не сразу впитывается. Оно жирноватое, и это означает, что его очень малое количество надо будет для массажа спины. Массируется по нему очень хорошо, легко. И очень даже очень приятно. Вот сейчас я ощущаю очень-очень приятный аромат и тепло. Вот таких вот два замечательных средства я сегодня получила и буду с удовольствием ими пользоваться. Огромное спасибо продавцу. За его быструю отправку посылки. И за то, что средства у него очень-очень хорошие. И сроки годности у этих средств тоже замечательные. Если вам что-то понравилось, я обязательно вам оставлю ссылочки. Вы тоже можете это приобрести. Думаю, что мне в процессе использования они очень-очень понравятся. Я же вам о них расскажу больше, конкретней, пустых баночках, когда уже буду попробую эти средства, когда я их использую. Ну а на сегодня все, ссылки под видео.